Я, конечно, благодарю всех и каждого, но соревнования есть соревнования. Мы сами только что вернулись из Америки, и было очень мощное соревнование. 23 страны бились за звание лучшего флориста мира. И вы видите здесь серебряного призера. Это серебро чемпионата мира уроженки Таллина Наталья Жижко. Третье место уезжает из Эстонии. Уезжает из Эстонии в Литву! Уезжает на самокате! Знаете, я с великим удовольствием делюсь мировыми новостями. И ни для кого не секрет, что я очень люблю цветы. И знаете, в моей жизни встречаются такие удивительные люди. И моим цветочным феечкам есть продолжение. Я хочу вам представить поэтессу Евгению Плохих. Женечка, иди сюда. Мы вместе с ней написали книгу. Выйди и покажи ее. Выйди, покажи. Пока Женя показывает, это Цветония. В стране чудес и праздников с названием Цветония, где солнце ярко-жгучее, небо как лазурь, живут у замка феечки, в домах из теплых лучиков. Безоблачно и радостно, без ссора, ссор и бурь. И мы вам тоже желаем, чтобы все было весело, хорошо и радостно. И объявить второе место я приглашаю члена жюри Марию Сквильдис. Он был с нами в команде в Америке. Он очень талантлив, очень титулован. Он из Литвы, объездил весь мир. И из его рук, я думаю, особое удовольствие получить вторую премию. Это практически серебро балла цветов. Я приглашаю на сцену Марию Сквильдис. Аплодисменты! Лава деда, добрый день. Эстонский я научился не успеть. Терехтуст. Я не буду мудрить, скажу, что я первый раз в Таллине на Лилибале. Я очень рад тому, что меня пригласили. Платье, которое почти первое, и которое уезжает тоже из Эстонии. Оно уезжает куда? В Италию. Йорика, историка! Ine Gott, Italia! Она gloriosa! Fusca da Euro, super team! Браво! И я думаю, мы всех уже объявили. Осталось только первое место, да? Первый приз? Ну и, конечно, кому же я отдам это право? Конечно, вице-чемпиону мира, моей подруге, моему вообще партнеру по бизнесу. Мы с ней уже вместе 15 лет. И поэтому, конечно, я даю слово Наталье Жижко, и она вручит первое просто золото чемпионата мира по цветочным платьям, потому что такого конкурса нет больше нигде. Наталья Жижко объявляет первое место балла цветов 2019 года. Наталья, давай. Вы знаете, я в свое время была тоже участником и не раз конкурса цветочного платья. С этого началось мое знакомство с Татьяной Тридворновой, что я получила приз, спецприз поездку в Монако, и это изменило мою жизнь.
не побоюсь этого слова сказать. Поэтому и я долгое время наблюдаю за всеми теми, кто становится участниками, победителями, призерами Лили Бала. И это действительно тот момент, который что-то в тебе меняет. Меняет твою жизнь, отношения, открывает новые возможности, дает какую-то творческую уверенность. И я очень рада, что Татьяна имеет смелость, любовь и желание каждый год в течение 20 лет это уже делать. Я восторгаюсь ее силой и любовью к этому мероприятию. И очень рада, что каждый год собираются тысячи людей, которые поддерживают ее тем, что они приходят, приезжают и выражают вот таким образом поддержку и эмоцию. Спасибо большое каждому. И, наконец-то, первое место уезжает образ Индры Петровичи. Плохо тебя слышно. Петручиский Т. И образ действительно интересный и прекрасный. Насладитесь еще раз проходом модели. Я поздравляю победителя. Спасибо на кухню! Частичка нашего сердца и балла цветов. Возьмите их с собой на память. Пожалуйста, всем. Пусть у вас будет хорошее настроение, солнечное. И давайте поаплодируем моделям, которые сейчас уставшие, но счастливые, довольные, пойдут и, может быть, даже еще сфотографируются. До новых цветочных встреч!